Книги Чехова переведены на 100 языков. Он написал более 300 произведений, многие из которых стали мировой классикой. В основе новой постановки Тамбовского молодежного театра задействованы сразу 4 маленькие пьесы. Это «Водевили» и одноактные комедии, которые объединены в один единый спектакль «Полететь на воздушном шаре». В рассказах Чехова соединяются юмор, сатира, отражение комических и трагических сторон жизни. В каждом его произведении присутствует острое сатирическое звучание. «Трагик по неволе», «Предложение», «Медведь» и «Юбилей». Эти 4 пьесы сольются в одну историю, которую труппа молодежного театра расскажет по-своему. Сложно играть по той причине, что тут нет возможности где-то наврать, и тут нужно действительно оставлять человека на сцене в первую очередь, живого, искреннего. Вот это, наверное, самое сложное, что было именно в поиске, а именно в работе, вот как проходили репетиции, как шел сам процесс репетиционный. Я считаю, что все было очень легко. Я со своей стороны, мне было очень комфортно, приятно. Я не чувствовал никаких затруднений, подводных камней, что мне что-то мешало идти к своей цели. Никита Рак впервые ставит Чехова. В данном материале он находился в диалоге с драматургом. На его произведение он смотрел не как простой читатель или зритель. Он старался почувствовать мысли автора, распознать его художественный почерк. Мы взрослеем, мы становимся другими, и театр становится другим. Но мы все время ищем те вот константы, которые нас приведут к тому пониманию театра, ради которого мы в него пришли. 2 премьерных показа на сцене ТМТ состоятся уже 17 и 18 сентября. Они окунут зрителей не только в классический материал, но и погрузят в атмосферу малого художественного академического театра. Ведь даже сценография спектакля решена как портретная фойе МХАТа. Елена Хромова, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей.